Приветствую вас. По первому впечатлению, именно по первому впечатлению, вы не хотите просто быть собой, а хотите быть кем-то, кто имел бы больший успех в том обществе, в котором вы находитесь. Вот по общему впечатлению мне кажется так. То есть вы говорите, что вы общительны. Вот, вы говорите, что у вас, значит, все хорошо. Вот. Ну, вы так, по крайней мере, говорите. И, в общем-то, мне кажется, что в первую очередь вам нужно принять себя. Такой, собственно, какая вы есть. Вот. Это первое, на мой взгляд. Что это первый взгляд на ситуацию. Вот. А значит, второе. Необходимо определить, противоречия, которые у вас есть. То есть, условно говоря, чтобы не было такого, чтобы говорить, что вы общительны, а потом пишете, что, ну, что на самом деле вы не общительны. Понимаете? Так что, по моему мнению, противоречия нужно ваши исследовать. Вот. Ну и последний пункт, который касается вашей ситуации, заключается в том, чтобы вы поработали над теми блоками, которые мешают вам быть естественными. А мешают вам, опять же, не принятие себя, с одной стороны, а с другой стороны, ложные установки о том, какой вы, вообще-то говоря, значит, должны быть, вот. Какой вы должны быть, вот. И вот это, один из самых, значит, ключевых моментов, которые мне, думается, вам нужно для себя понять. Вот. Вот именно в этих направлениях с вами нужно работать. И если вы, конечно, к этому готовы, если вы, конечно, этого хотите, вот, если
вам это интересно, если вы, значит, серьезно настроены на то, чтобы, значит, изменить себя, изменить свою жизнь. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Значит, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Значит, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!